В Подмосковье прошел ежегодный, уже 7-й по счету фестиваль автомобилей BMW Beamer Days. В этот раз поклонники машин с бело-голубым пропеллером на капоте собрались в национальном конном парке «Русь», чтобы полюбоваться редкими автомобилями, покататься на дрифт-такси, отдохнуть в лаунж-зонах под открытым небом, насладиться бернаут-шоу и завести новые знакомства. Организаторы фестиваля Beamer Days позаботились не только о взрослых посетителях мероприятия, но и о самых маленьких поклонниках BMW. Для них организована детская площадка, где они могут провести время не только с радостью, но и с пользой. Помимо прочего, им рассказывают основы безопасности дорожного движения. Не обошлось и без подарков. Главный приз — седан BMW 7 серии в кузове i38 отправился в Санкт-Петербург гостю фестиваля, чей билет оказался выигрышным. Также организаторы наградили победителей конкурса ТОП-16, которых выбирали зрители. Как ты думаешь, почему твоя машина вошла в ТОП-16? Чем же она так привлекла зрителей? Я считаю, из-за индивидуального оснащения заводского, из-за того, что у нее очень редкий цвет кузова, редкий цвет салона, ну и, возможно, радикальные колеса и радикальный выбор мотора. С каждым годом Beamer Days привлекает все больше посетителей. В этот раз на гостевую парковку заехало 1300 автомобилей. До следующего слета фанатов BMW остается год, а у организаторов уже есть идеи, как сделать праздник более масштабным. Посмотрим, что будет. Мы в любом случае придумаем какую-то интересную историю на следующий год. То есть у нас много креативных каких-то идей, которые будем потихонечку реализовывать.